Первым делом нужно поблагодарить организаторов и консерваторию за эту удивительно широкую конференцию. О чем я не буду говорить, это именно о теме революция и музыка. Я сначала мне сказали, что революция и музыка, то есть 17-го года, и тогда я себя не чувствую как специалиста, понимаете, музыки 17-го года. Однако я помню в детстве, когда мне было как 7-8 лет, вот что я слышал у нас дома. По долинам и по горям, по дивизиям и природам, чтобы с горью взяться и горям белорусских партий, белой армии охот, и останутся как сказки, как манящие огни. Были очи сказка, а ночами с ними нет. Вот, эти были классические записаны, конечно, до войны, но в Париже их можно было достать. И хотя моя семья очень пострадала от большевиков, но все-таки, видите, с музыкальной точки зрения у нас были эти, значит, старые классики, и мы это слушали. Вот. Но кроме этого воспоминания, немало было бы чего сказать о революции 17-го года и музыке. Но тогда я подумал о французской революции, да? Пример, великий пример революции. И тут, хоть это будет, не будет моя тема, но я хочу все-таки сказать такое. Вы знаете, наверное, Марсельезу, конечно, и композитор был Руже де Лилль. Кстати, одно время были споры, оставить ли, уже в те времена, оставить ли Марсельезу как гимн или какой-нибудь другой. И другой гимн, который был, это «Le chant du départ», песня как бы, как сказать, начало, когда начинается поход, и песня похода, «Le chant du départ». И композитор Мехюль, пишется M-E-H-U-U-L, Мехюль, вот, довольно известный, но очень известный как раз, это могло бы быть французским гимном, этот «Le chant du départ», который идет так. La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté qui guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné dans les combats. Et это, знаете, в Марсельезе там кровь, да, étendard élevé, значит, флаг sanglant, кровавый флаг, да, и там кровь и так далее. А это более такое мирное и красивое. Значит, победа, поющая победа нас ведет, и свобода, да, наши шаги, в общем, толкать, очень и так далее. Вот. И тут очень интересная тема, я бы именно хотел вот на это обратить внимание, что Мейюль не только, значит, композитор был революционный, тоже музыкант, значит, конца 18-го, начала 20-го века. И у него есть опера, называется «Иосиф». И эта опера «Иосиф», ее очень все забыли. И там есть ария. И эта ария, эта мелодия дала очень одно время известное и страшноватое, даже страшное пение. Это нацистский гимн. Может кто-нибудь из вас, я еще в ушах, знаете, во Франции была немецкая оккупация, не такая трагическая, так сидит, но все, это «Die Fahne hoch, die Reichen, die Verkosen, Так,
Leiden umgewunden, Tag für Freiheit und für Unrecht an. Вот, это именно не немецкий гимн был, а нацистский. И тут совершенно удивительно. И этот, значит, это Ост-Фриш-Гимн, который взял мне немецкий какой-то молодой год, он взял мелодию Фриш и приспособил на эти, иногда, потому что там Гитлеру поменяются слова. Вот видите, какие могут быть интересные темы, говоря о революции тех музыки. Ну, я эту тему не выбрал, почему? Потому что тут Гамриль его знает, но нужно было найти его партитуру оперы «Иосиф». Видите, такая работа в библиотеке, я с этим не очень знаком. И я, в общем, эту еще одну тему оставить. И расширить как раз, а не на революция и музыка, а революции и музыки. И, кстати, в программе есть, конечно, много-много лекций, которые касаются революции 17-го или французской 89-го, 18-го века, года. То есть не касаются ни революции, ни даже связаны обязательно с музыкой. И вот так. Значит, тема, и вот очень удивительно, так расширилась, потому что почти что и тут, конечно, электронная музыка, это революция в музыке, конечно. Да. Не так социальная, как музыкальная революция. А моя тема, значит, совсем другая, что моя специальность это как раз не французская революция или 20 век, а набор, вот, ранняя средневековье, значит, первое тысячелетие до 12 века, скажем, 12 века. И там было произошло. В конце 8-го, начале 9 века литургическая музыкальная революция. И это касается истории, вам, конечно, известное имя, григорианского пения. Вот, и все говорят григорианское пение. Но тут исторически, видите, во-первых, это название григорианское совершенно ничему не соответствует. Это основано на легендах. И выдумка, совершенно выдумка, конца 19 века. Чтобы вкратце сказать, римский папа Григорий I, чтобы так поняли исторически, он умер в 604 году. И ему легенда приписывает, что вот он так добился, что голос, значит, Святой Дух ему на ушко все это продиктовал, эту музыку, и он решил, как римский папа, что теперь все христианство западное будет так петь. То вы понимаете, что это что-то совершенно нереальное и неисторическое. Это совсем не исторический объект, потому что жизнь римских папов очень хорошо известна. Там это римские были канцелярии, еще с античных времен все это писалось. И жизнь Григория I очень хорошо. И он совсем ничего не сказано о его связи с пением или с музыкой. Первое. И во-вторых, в те времена для римских пап было абсурдом решить, что все должны так же петь. Это же было очень широкое западное христианство, да? Значит, в юге Италии. Рим, север Италии, Милан был столица, уже не Рим в 4 веке. Северная Африка, Франция, Галлия, где все эти разные области Франции, потом север Испании, потом Англия. И как вообразить, что все будут так же самое петь? Говорили на разных языках, и обычаи у них пения и так далее были, конечно, разные. Как, знаете, фольклор, танцы и так далее, у каждого свои. Объединяло что? Ну, конечно, вера, да, православно-католическая, кстати, и Евангелие, псалмы и какие-то, значит, Старого Завета, какие-то вещи объединяло. Да, и какая-то литургическая основная структура. Все было по-разному. И тогда римские папы, причем Григорий Великий,
они радовались, что такая, такое богатство, что такая разница. Им в голову не пришло, и даже они не смогли бы, уже тогда нотации не было, не было оно. И чтобы узнать на все это невозможно, люди вот так, да. Вот. И значит, Григорий Великий совсем несчастный, тем более, что я нашел такое письмо Григория Великого. Письмо было известно, это я его раскопал. Но содержание письма в этом, в этой области совершенно ясно. Он пишет в Англию, он послал Августина Контерберийского, он им, тот его спрашивает, вот я в Англии, какие нужны литургические обряды, какие обычаи, да? И римские ли нужно взять или другие? И Григорий Великий ему отвечает, нет, римские обычаи имеют смысл только в Риме. Почему только в Риме? Потому что в Риме это старинная литургия с первых веков, да? И все эти церкви, и все эти процессии, и так далее, и так далее, они с одной церкви в другую идут. Это только имеет смысл в Риме. И говорит он Августину Контерберийскому, это значит в конце VI века, ты бери все, что ты найдешь, что не противоречит нашей вере и что наоборот может ее возвысить. Нельзя яснее сказать, что у Григория I не было никакой Григория Великого, никакой мысли, а что это единство. И единства такого не было, вот такое очень большое богатство. А откуда, значит, когда началось это объединение, вот именно, вот тут будет революция. Это при Карле Великом, да, стал император в 800 году, да, Каролиния, он, значит, создал Каролинскую империю, которая очень сильное влияние принесло на Западе, на западную культуру, Карл Великий. Да. До него это случилось, что римский папа Степан, он приехал на северо-восток Франции. Почему? Он звал Каролинга и Пепина Короткого, как его звали, отец Карла Великого, на помощь. Потому что тогда на Италию и особенно на Рим со всех сторон. Да? Византия вспомнил, что они тоже от Рима и римляне хотели юг Италии захватить. Ломбарды были, мусульмане, которые постоянно, значит, нападали его. И никто не мог значит, папе и его территории помочь. И он пошел сам лично, видите, к Каролингам далеко, на помощь. И, конечно, тогда, когда такая, значит, епископ римский, такой, значит, тогда папа его не мог быть римский епископ, но, конечно, самый такой, значит, уважаемый, он пришел со своими монахами, со своими священниками, да, и они каждый день молятся, литургии и так далее. И они пришли к Каролинге, и стоят, значит, литургии. А Каролинге удивляется, что это за литургия, что у них другая, хоть по латыни, да, но другая. Да. И тут начинаются вот такие проблемы. Причем Каролинги некоторые сделали такую ошибку, как в России было, когда, знаете, старообрядчество, что вернулись, послали в Грецию, да, монахи. И монахи говорят, что мы крестимся вот так, нет, крестимся так, простите, да, как староверцы, вот так, да. А греки крестятся вот так. Ну, конечно, греки правы, значит, нужно креститься так. А если так, руку рубим. Это полное непонимание, потому что на Западе раньше тоже, смотрите, романское искусство, вот так, да, и Христос изображен там, и там, не знаю, где-то в Грузии, не знаю, где они тоже еще так. Это разные обычаи, а не то, что греки правы, а русские были не правы. И тут то же самое, это были римские обычаи обряды и северно-галийские. Вот. Но, значит, были всякие решения, а потом, значит, Карл Великий
он почувствовал надобность объединения. Почему? Потому что тогда Каролинская, Францийская, главная часть, да? Гальдерская, видите, это немножко шире, чем Франция теперь. А на нее были тоже церкви навалены со всех сторон. Со стороны Испании ислам, который дошел до города Потеря, там во Франции. Ломбарды, север Италии, это чисто касалось тоже Галлии. Вот. Саксонцы, это другие немцы, потому что франки были тоже в Германии, да? Но это саксонцы с другой стороны. И тоже начинали, значит, варяги, а у нас это норманы, норманы, то есть северные, да? Здесь были шведы, а на западе были датчане особенно. И датчане уже на Англию, на Ирландию напали, вот, и обратили, что на Францию. Видите, со всех сторон было так. И вокруг Карла Великого соединилось много не галлийских, не французских, а были из Испании. Теодульф такой приехал, монах. Был как раз из севера Италии дьякон, Павел Дьякон. Были из Ирландии много, они бежали, и все, значит, были вокруг Карла Великого. И причем ученые люди. Вот. И Карл Великий, он очень был действен, он отсюда действен, значит, на границе Испании, да, чтобы отбрасывать мусульманские нашествия. Он в Рим тоже ездил, чтобы там с папой встретиться. И на севере, и так далее, и по всей Франции, значит. Да. И там каждый раз, понимаете, приедет в город Бурж, например, да, и в городе Бурж какой-то день у них такая или другая, а у них другая, понимаете. А потом поедет в Рим еще другой, и потом еще куда-то вот. И значит, как-то понимаете, что нужно единство западного христианства, какое-то единство. Да. И это идет от него. И, но если единство, какую модель выбрать? Да? Его северо-западно-восточная Франция, или римская, или какое-то другое. Да? Вот такой вопрос. И представьте себе, что он лично не хотел взять от Рима, потому что он не любил Рим. Он не любил Рим, ну как скоро сказать, потому что все выгоды, они могут лучше, чем мы, признавали, что грешны. Да? И сам Карл Великий там нужно было на фронте там, против саксонцев и каких-то и мусульман убивать, и это нехорошо, и так далее, и так далее. И потом тогда был обычен много женщин, много жен и так далее. Все это нехорошо. Но они думают, вот мы грешники, но по крайней мере есть один святой человек. Римский епископ. На примере как раз Григория Великого, который считался действительно святой человек. А случилось, что Карл Великий был в Риме, да, и там история как раз епископа. Почему? Потому что тогда священники, как теперь, все здесь, в православии, и тогда тоже на Западе, священники были женаты, была семья. И такое правило церкви было, что если потом священник становится епископом, он не может сказать жене, ну давай, дорогая, ты катись теперь с твоей мамашей, да, и вот теперь я серьезный такой епископ, и уходи. Нет, это нельзя. Да? И так, что когда он становился епископом, это и с женой, и с детьми. Притом тоже епископ римский. Да? Тогда еще не выбирали, ни у греков, ни здесь, епископов среди монахов. Да? Теперь это как правило здесь. Если возможно, выбирали вот. И когда был Карл Великий там, там была история, как раз потому что дочь епископа римского, что кто-то похитил, какая-то романтическая итальянская история, и было убийство, вот такой ужас. И в результате этого Карл Великий решил, что Рим не лучше того, что у них, и не стоит, и он бы не хотел взять модель литургии римской. Но эта реформа началась до него. Я говорил, что римский папа
приехал, да, и они начали там более-менее, понимаете, уравнять, как бы, вторую лигийскую, галийскую, да, и другие, и римскую. И, значит, ввиду того, что это уже началось, да, Карл Великий было трудно идти в все какую-то другую. И, значит, он решил взять модель порядок, да, сакраментум. Это церковный порядок, это значит, в какой день, какие молитвы, какие пения, какое содержание. Да? Вот. И это называется сакрамент. Он решил взять, значит, календарь, если хотите, календарь, порядок римский. И, однако, не совсем. Почему? Потому что у них были свои обычаи и дорогие праздники. Например, святой Мартын, да, это был римский воин, кстати, из теперешней там северной, то, что было Югославии, я не знаю, из Хорватии, не знаю, откуда там, вот. Потом был во Франции, да, стал монахом, монахом тоже епископом был, и великий святой. И он в Галлии очень почитался, как бы первый такой. Кстати, это он создал монашество западное, а не, как говорят, Бенедиктус, знаете, значит, это уже шестой век, а это он, святой монах, значит, его очень уважали. И его праздник 11 ноября, да, как раз когда совпадение с конца, с концом Первой мировой войны, 11 ноября 18 года, это был большой праздник, не только большой праздник, а вот целая неделя святого Мартина. И для королевцев это было, понимаете, вот. А в Риме этого не было. И, конечно, они сохранили. И так далее. Видите, когда у них какой-то важный праздник, они его сохраняют. Значит, и они, так, грубо говоря, взяли 50%, 55% от порядка римского и 45 или 50% от порядка ихнего королевства, галлийского, это идет от Галлии, конечно, это идет от 4, 5, 6 века. И так они решили. Но это только касается порядка, да, что, когда читается или поется. Но ни в коем случае не касается манеры пить, извините. Мне песню, значит, мне нужно вынести это осознание, это чувство. Да, это совсем не касается манеры петь. И тут такая путаница, потому что тексты как раз, приказы Григория Великого говорят, что нужно тоже как бы пение, но тексты пения, то, что поется, тоже римское. Потому что мне, когда читать, что в такой-то день читается, ну легко, берут книгу, те чтецы, которые умеют читать, и с листа будут это напевать, это не читается как газета, да, это читается, напевается, да, но они могут сразу. Если новый текст нужно петь, тогда это нужно, это большое искусство, понимаете, нужно мастерам это приготовить, и тогда они скорее не хотят, да. И тут Карл Великий наставил, что нужно тоже то, что мы поем, должны быть тоже слова, текст того, что поется в Библии. Но не говорится, что нужно на той же мелодии. Видите? Вот. А тут слова, потому что кантус романус. Кантус, понимаете, пение. Романус римское. Вот. И почти что все историки, да, как раз когда там Григорий Великий, это легенда, решили кантус романус, конечно, это значит римское пение. А тут, если изучить тщательно смысл слов, кантус не касается мелодии и манеры петь. Кантус – это то, что поется. И вы можете кантары, да, молча. Я как раз это изучал, много примеров. Да. И, например, кто-то там молча, трудно сказать, поет, но вот, видите. И для что касается мелодий, у них совсем другие слова. То есть кантары, дикие кантары, значит, говорить, и такое, это, в общем, синонимы. Да? А для музыки у них слова мелодия, вы знаете,
модуляция, вот такие слова. Музыка, мелодия, модуляция, вот это. А эти слова никогда не употребляются. Так что не было никакой идеи вести манеру петь римскую. И даже они бы захотели, но как это? Нотации не было. Так что как это распространить? Это очень невозможно. Так что, в общем, реформа это такая. Сейчас увидим, в какой степени революционная. Значит, на половину на римском порядке, да, манера петь каролинга галлийская, причем сначала манера петь северно-восточной Галлии, а потом были другие, пришли при Галле Великие, другие, там, мастера и так далее, и тоже аквитанская, это юго-западная часть Франции. И вот это состояние, что называется, совершенно неверно, григорианское пение. Вообще это раннехристианское, западное, да, и особенно галлийское. Ну, конечно, есть влияние Рима, есть влияние Ирландии, чтобы ирландцы, есть влияние Испании, но главным образом это, значит, галлийский, северно-восточный и южно-западный. Теперь, где революция? Все же, революция. Во-первых, да, что Карл Великий спас эти традиции. И тут совершенно новое. Это нотация. И первая нотация вообще в мире, которую можно употребить, можно что-то понять, хотя это круги. Но можно понять, потому что, значит, первые эти рукописи, которые очень точны, все орнаменты, все это быстро, медленно, вот так все это указано, но они, значит, дополняются рукописями 10 века и 11 века. И рукописи конца 10 и особенно 11 века, они указывают высоту относительно точно. Видите, если выше на пергаменте, на бумаге, это будет выше в теле, то нота выше. Кстати, наша современная нотация идет от этого, знаете, на листе, что выше на листе, выше в теле, то есть ноты идут наверх, и на бумаге там же самое. Вот, так что нотация 9-го, потом 10-го, потом 11-го, нам дает очень богатую информацию об этом мире. Я говорю, это первая вещь, а вы скажете, а византийская? Нет, рукописи византийские, там, 9-го, 10-го века, очень бедный, то есть по имени бед действительно не слишком это схематически. Да? А вы скажете, действительно есть рукописи гораздо более, да, например, есть вавилонские, понимаете, 2000 лет тому назад и так далее. Я был знаком с одной специалисткой этих языков, да? Но тут вопрос, как этот язык произносился, а петь, когда не знаешь, как произносится этот язык. А во-вторых, чтобы это понять, да, и это очень специалистка, для нее это была нотация, она как-то интерпретировала, что это мелодия, но она очень была недовольна, что она американка, тоже как будто специалистка. Это тоже глиняные, это такое. Знаки, и американка там видит полифонию, четыре голоса, понимаете, одна четыре голоса, говорит, ну что там говорит, она хотела, чтобы я это спел, я написал, и сказал, ну нет, это не серьезно, да. Так что видите, есть какие-то нотации, но их держать нельзя. Или вы скажете, да, но там в Индии действительно устная традиция, идет Адвед, идет, значит, это Упанишады и так далее. Все это поется наизусть с века веков, и это переносится, устная традиция, да? Причем потрясающая. Да? Значит, они с детства учат. Да? Причем девочки тоже, они слышат у папы, и они, значит, повторяют. Да? Вот. И они учат в нормальном порядке, да? А потом учат путь совершенно удивительный. В обратном порядке, то есть начиная с конца. Почему? Потому что если ты по правильному пути сначала до конца что-то забудешь,
конца. Так ты можешь начать с конца и наоборот идти, и тогда можно. И даже мне показали знатоки, что они учили, что одно слово сначала, другое конца, вот так. Сначала с конца, сначала конца, вот так. Вот. Чтобы не забыть. И действительно, это все живое. Хотя все это теперь, конечно, как повсюду летит вниз, но все же. Но тут можно сказать, да, но как они теперь поют? Может, они пели там 200-300 лет тому назад, а какое можно доказать, понимаете, что в 10 веке они пели там, понимаете? Устная традиция, но. И в этом смысле нотация – это именно лично Карл Великий, если нас учили в школе, что он создал школы. Да? И это действительно так. Он в смысле культурном, понимаете, развел учение вообще, которое очень упало против. Сначала бы это галло-римская культура очень высокая, а потом все эти нахлесты, это упало. И при нем вот это поднялось. Так что тут такая революция, что нотация. Да. Вот. И он спас, понимаете, эту традицию, которая, кстати, рукописи, значит, конец 8-го, особенно 9-го, но сама почва и само содержание 4-го, 5-го, 6-го. А потом уже не конец, да? Но все-таки, значит, это Арженит сохранил. Вот такое революционное. И потом, что видите, это как бы отрицательная точка зрения, что это была Каролингская империя, значит, это была Франция, Германия, видите, это огромная область. И она, конечно, имела мощь, да, силу, богатство, да. И она повлияла на всю Европу, причем на Рим. Потому что начиная с 13 века, да, римские папы уже приходили с севера, из Франции, из Германии. Да. И они, как уже были или епископы, или священники, они свою традицию вносили в Рим. Да. А их традиция была какая? Каролингийская, которую создал Карл Великий. Итак, они римскую литургию, она исчезла. Тут такая парадоксальная революция, что говорили, что это римский предатель, а это не римский, а каролингийский. А другое тоже, видите, что прогнали как бы традиции подлинно римский, но тоже испанский, потому что потом, когда была реконквиста, когда значит, христианство прогнало мусульман, они тоже, значит, это была северная литургия и так далее. Так что, видите, это казалось, что такая маленькая какая-то реформа имела колоссальные средства. Вот, я думаю, что все это закончено. И благодарю, как говорят.